Как мы хорошо и чисто вымыли полы. Но у нас здесь теперь новое загрязнение. Мы с вами будем теперь еще и заниматься сухой уборкой. Это тоже очень важно. Мы с нее и начинаем. Пылесос Hyundai на вооружении. И, внимание, если вы хотите убираться в два раза быстрее, если вы хотите видеть эффективный результат вашей уборки, сделайте, как я, без наклона. Включите пылесос Hyundai и начните работу. И мы уже видим первый результат. Вот она, идеальная уборка на ваших глазах. А ваш пылесос так может? Оля, удивление. Оля, восторг. У всех восторг. Посмотрите. Оля, а ведь это очень тяжелое загрязнение. Мы рассыпали на ковролин рис. Ага. А наш пылесос справляется, потому что он очень мощный, профессиональный уровень мощности вместе с Hyundai. Ты знаешь, обычно я, когда пылесошу дома, всегда считала, что у меня нормальный пылесос. Я делаю это так, смотри, туда-сюда. А теперь тебе не придется даже этих поступательных движений делать. Буквально несколько секунд, и пылесос прямо забирает, вытягивает. Все в одно движение. Легкая уборка. Посмотрите, я делаю буквально одно движение, легкое. Держу пылесос одной рукой. Мне не тяжело, мне комфортно, удобно. Я убираюсь с удовольствием, а главное, быстро. Ну, мне очень радует результат. Я прямо, моя душа довольна. Ну, а вы хотите убираться быстро? А вы мечтаете о мощном пылесосе, который за раз будет прям все в себя засасывать? Звоните к нам прямо сейчас. Пылесос – новинка от телеканала. Бренд Hyundai. Многие телезрители знакомы с этим известным брендом. Сегодня на нашем телеканале по доступной и выгодной цене. Так, сразу хочу сказать, бесплатная доставка. Еще раз, бесплатная доставка вам гарантирована, если вы приобретаете пылесос Hyundai. Здесь как раз сумма превышает стоимость бесплатной доставки. 1800 рублей, именно столько вы сегодня экономите. 6799 рублей, это цена завтрашнего дня. Если вы успеваете дозвониться сегодня к нам на телеканал Shop & Show, вы получаете наш пылесос по цене с хорошей скидкой. Знаете, что мне понравилось в этом пылесосе? Я, честно говоря, в него не верила. Юль, я увидела его габарит и думаю, какой маленький, хорошенький. Потому что мой огромный, мне все время его некуда засунуть. А тут он, посмотрите, его можно даже на полочке хранить. Я думаю, нет, ну раз он маленький, значит, он не мощный. Но мне понравилось, что он прям вот за раз одним движением и все в себя впитывает. Мы сейчас еще раз на это посмотрим. Смотрите, в комплекте вы получаете все необходимое. Специальные насадки, специальный шланг, сам маленький, хорошенький, на колесиках пылесосик и отличную цену со скидкой. Бесплатная доставка в том числе. Олечка, Юлька, ну, мне даже немножко обидно, что ты не верил. Он, да, он небольшой, он компактный, он легкий, практически невесомый, но супермощный. Внимание, я называю главные цифры, и они сейчас вас удивят, я уверена. Удивилась даже я. При мощности потребления 1900 ватт наш пылесос способен втягивать любую грязь с мощностью 370 ватт. Это, по сути, профессиональный уровень уборки. Вот если вы будете, ну, устали и вызвали клининговую компанию, приезжайте, уберите мой дом. И приезжают к вам мастера, они приедут с оборудованием примерно этой же мощности. То есть вы при таких компактных, стильном, современном дизайне, при компактных размерах получаете, по сути, профессиональную систему для уборки. 370 ватт – это цифры профессионального характера. Я не буду долго разговаривать, я буду показывать, как работает наш Hyundai. Я включаю, опять же, не наклоняясь ножкой, и мы начинаем с вами работать. Я думаю, результат вас устроит. Уникальная система мультициклон встроена в наш небольшой, сильный, очень модный пылесос от корейского бренда, известного на весь мир своим высоким качеством. И теперь в вашем доме будет идеально чисто буквально за секунды. Это любые поверхности, любые ковры с высоким ворсом, Олечка, или с низким. Это ковролины, это ламинат, паркет, линолеум или плитка. То есть это гладкие поверхности и, безусловно, любые ковры. Юль, скажи, пожалуйста, смотри, здесь у нас достаточно такой ровненький вот вариант коврового покрытия. Но бывает высокий ворс. Я помню, я к подружке пришла, села играть с ее ребенком и раздвинула вот этот вот высокий ворс у нее на трапу. Я обнаружила там грязь. Слушай, это кошмар какой-то. Я скажу, ты вообще пылесосишь? Прости, подруга моя дорогая. Слушай, если твоей подружке еще и дети, посоветуй ей еще Hyundai, потому что даже густой ворс, если у ковра, пылесос работает как выбивалка даже. Он вытягивает из самых-самых глубоких слоев ковра любую пыль за счет мощности.
И все это, конечно, благодаря встроенной системе мультициклон. Mm-hmm. Это супермощность при компактных размерах. Я перехожу на гладкие поверхности, не выключая мой пылесос. Идемте со мной. Куда же? Подожди, то есть это еще и веник можно подметать нашим пылесосом? Я тебе сейчас покажу, насколько это идеальный результат. Смотрите, это уборка не на 100%, а на все 140%. Здорово. Потому что не только под площадку залетает грязь просто со свистом, а еще и по 20% с каждой стороны. Смотрите, на площадочку, вы видите, да, что происходит. Давайте вот, посмотрим, смотрите. Вот в это место, вот да, Оля, сбоку, правильно сбоку, ты показываешь, смотрите. Абсолютно. Как такое происходит? Юль, подожди, ну вроде бы все-таки должно засасываться внутри, ну ладно, подожди, а тут еще и сбоку, и сбоку, сантиметр. Да, покажите, пожалуйста, уважаемый оператор, покажите вот этот процесс. А мы вот, сейчас еще раз посмотрим, вот так вот, внимание на смотрите. Экран. Видите, сбоку даже засасывает, вот, видите, вот это да, невероятно. То есть по 20% с каждой стороны. То есть это профессиональная уборка на все 140%. Прекрасно. Хотите, чтобы ваш дом был таким же чистым? Вооружайтесь Hyundai. Бренд известный, его знают, естественно, во всем мире, нет ни одной страны и хозяйки. Все автолюбители знают этот холдинг, который делает шикарные автомобили. И пылесосы, и вообще бытовая техника от бренда Hyundai пользуется спросом во всем мире. Mm-hmm. Результат идеальный. Выключаю, не наклоняясь. Тебе это нравится? Мне нравится. Спина болеть не будет. Ты знаешь, мне нравится еще, да, действительно, бренд Hyundai. Это действительно говорящий бренд. Знаешь, как машины есть Hyundai, да, так у нас и машина-пылесос, которая настолько втягивает в себя, столько, вот настолько мощная и компактная. Еще раз хочу повторить, я когда его увидела, сказала, Юль, на мизинчике держу. Я говорю, это пылесос, он маленький, и он, наверное, вообще не работает. Она говорит, Оля, о-о, сейчас ты увидишь, как он работает. Маленький, да удаленький. Наш пылесос, 4999 рублей. Цена с хорошей скидкой, и бесплатная доставка вам также гарантирована. Посмотрите сейчас на свой пылесос. Если он ну, крупный, крупногабаритный, его некуда ставить. Если он тяжелый, если он плохо работает, плохо засасывает в себя грязь и пыль. Друзья, выбирайте для себя новый, компактный, очень доступный. Смотрите, если бы вы сейчас захотели приобрести его в магазине, сколько магазинов вам бы пришлось объездить вокруг своего дома, да? Туда еще нужно доехать, на бензин, на автобус заплатить за билет. Здесь у нас, смотрите, делаете один бесплатный звонок. Это звонок к нам на телеканал Шоп-н-Шоу. Звонок бесплатный по всей Российской Федерации. Вы сейчас бронируете для себя свой Hyundai, свою машину-пылесос, а оплачиваете свой пылесос потом, когда удобно это будет сделать на вашей ближайшей почте. Еще раз, смотрите, легкий, компактный, на колесиках, со всеми составляющими и с бесплатной доставкой. Звоните! Пошли, Олечка, и прямо сейчас проверяем мощность. Готовы? Готовы. Приходим ко мне в мою лабораторию проверки. Все в прямом эфире на ваших глазах. И никакого обмана. Мы что с вами будем делать? Вы, наверное, сейчас будете в шоке, что она собирается делать. Бильярдные шары будет поднимать вот этот пылесос Hyundai вот в эту трубу под таким серьезным наклоном. Конечно, если справится, тогда о пыли и речи не идет. Настоящие бильярдные шары. Сколько штук посчитает наша ведущая Ольга Грядунова? Так, ну я нажимаю, правильно? Конечно. Включаем. Включаем. Я волнуюсь, он пылесос. Очень маленький, он точно засосет Оля, хотя бы два. Включай пылесос. Мамочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать шаров. Двенадцать бильярдных шаров. Выключаем. Молодец. Будет громко. Это 3,5 килограмма веса. Представьте, если такое количество шаров, 3,5 килограмма, за счет уникальной мощности пылесос держал, внимание, в трубе под наклоном, горка такая очень крутая, вы это видите сами, конечно, пылинки заберет и вытянет даже из ковра с густющим ворсом. Мощность 370 ватт и уникальная система очистки мультициклон. Ну, мне еще нравится, со всеми видами поверхности просто справляется он. Звоните и заказывайте, и бесплатная доставка вам гарантирована.